В начале августа в Сенгилеевской районной больнице появился молодой специалист. Терапевт Ксения Тетерина приехала в райцентр сразу после окончания вуза. Когда она получила диплом, встал вопрос о трудоустройстве. Девушка решила воспользоваться федеральной программой «Земский доктор». Через региональный Минздрав она оформила заявку и получила не только вакансию, но и материальную помощь. Да, подъемные как бы документы, то есть тоже на них все собрали, отправили, то есть 1 000 000 рублей обещают выдать это, ну, в течение года, я так понимаю, когда там. И плюс еще подъемные, как молодому квалифицированному специалисту. И пациенты, и коллеги радуют пополнению, потому что в учреждении настоящий кадровый дефицит. В терапевтическом отделении есть еще 3 свободных вакансии. Хирургов и узких специалистов тоже катастрофически не хватает. Ну, вот гинеколог у нас как бы пришел, вроде сейчас это будет закрыто, и хирурги. Это такие самые распространенные, ну, такие ходовые, как, ну, нехорошее слово, но получается, что так. А так бы, конечно, еще нужны нам узкие специальности, специалисты именно для проведения, ну, и просто для обслуживания населения и для проведения диспансеризации детского населения. Это окулисты, лор-врачи. В Сенгилеевском районе программа «Земский доктор» стартовала в 2013 году. В то время правила немного отличались от нынешних. До 2017 года фельдшеров и врачей отправляли в села и рабочие поселки. В прошлом году программа распространилась и на малые города России с населением до 50 тысяч человек. За время существования программы «Земский доктор» в районной больнице Ульяновской области прибыло 59 врачей. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.